Так, всем привет. Меня зовут Таня Кимова, я менеджер города Нижний Новгород. Кто меня не знает. Приятно со всеми познакомиться. Дальше. Сегодня я вам расскажу про международный онлайн-проект «Раздвижение», которому где-то 2,5 года примерно. И вот на фотографии вы видите всех директоров, которые вот за 2,5 года добились хороших результатов. Да? Кто-то уже первый директор, кто-то золотой директор, кто-то старший золотой директор. В общем, вот здесь вот на всех на корточках вы, если ходите на вебинар, то вы всех не знаете. Всего они добились онлайн, сидя дома, да, они не продавая, не бегая, ничего. Вот. Дальше. Сегодня о чем вы услышите на презентации? О сути бизнеса, о том, что нужно делать, чтобы бизнес развивался, о том, откуда берутся деньги, о том, кто вам будет помогать и о том, что вы получите в результате проделанной работы. Все мои вопросы с вами сегодня обсудим, проговорим, чтобы никаких вопросов у вас не осталось. Так, возможно, какие же возможности дает нам наш проект? Это жить без денег, жить без кредитов, без долгов, жить не с подчиненными, да, там у кого-то, а для себя. Много развиваться лично, там, читать книжки всякие, смотреть вебинары также, обучающие для тех людей, которые уже много всего добились, у кого хорошие доходы, у которых есть чему. Нету звука. Света, а у тебя есть звук? Может, обновишь клик? Ну ладно, я буду пока рассказывать, если не слышно, вы еще раз напишите. Есть. Да, Виктор, да, перезайди. Вот. Дальше. Получать признание, славу, уважение. Быть на самых видных корпоративных мероприятиях в мире. Путешествовать бесплатно. Быть здоровым, вести здоровый образ жизни. Заниматься благотворительностью. Помогать родителям, да, что тоже немаловажно. Но отлично для меня. Заниматься любым хобби какой-то, да, какие-то. Ну и, конечно, самое ценное деление, которое вы можете в свое время не только там торчать, да, не на работе на какой-то нелюбимый. А в сущности, по любимому, и там отпуск сам, когда хотите себе устраивать, да, работать, когда вы сами хотите. Вот это все те возможности, которые дает нам наша компания. Дальше. Вот там надо было выбрать. Это создание больших товарооборотов и получение прибыли. В любом бизнесе подвигаются товары или услуги. То есть чем больше товаров или услуг пользуются, огромного количества людей, тем больше прибыли. Так и у нас. Мы тоже будем учиться создавать большие товарообороты. И из этих товарооборотов получать прибыль. Вот вы уже создаете огромные товарообороты. Должны это, ну, уже, ну, и когда я пришла, тоже не понимала, что я тоже создаю кого-то огромный товарооборот. То есть, создаете, что там, или там, любой продуктовый магазин, также недавно косметики, и все-все, вот, всю свою прибыль, но весь товарооборот, вот эти все компании делают за счет нас, обычных покупателей. Поэтому мы уже создаем огромный товарооборот. Вот, например, одна семья, примерно, за средним, на косметику тратит около 1000 рублей. Если это вот по квартире на одной личной площадке, то это 8000 рублей. Возьмем большой, да, на этажный дом. Это 120 тысяч рублей, а из них 9 подъездов. И понятно, что это огромный товарооборот, да, где-то около 1 800 000 мы тратим на товарооборот. Доход учредителя магазина где-то 30-40%, то есть 432 тысячи рублей, он с одного многоэтажного дома может вам получить. Да? Так вот, наш цель с вами, чтобы все эти люди
просто пришли организационные деятели, наши дети, все эти люди пришли покупать не в обычной там магнитской большой, не только мы за это не заплатим, а к нам в интернет-магазин. И там вот в этом интернет-магазине каждый будет для себя покупать, закупаться чем-то, да, и благодаря этому у нас будет идти товарооборот. Вот, допустим, если вы купили для себя, ну, 100 рублей, и 100 человек купили для себя, так, 100 рублей, то у вас уже товарооборот 10 тысяч рублей. Ваш доход примерно 1 тысяча. Ну, там, немного, конечно, но тем не менее. Если вы купили для себя 100 рублей, да, если 1000 человек купили для себя 100 рублей, то это уже 100 тысяч рублей. Ваш доход примерно 10 тысяч. Если вы купили для себя 3 тысячи рублей, да, для себя купили, то 100 человек купили для себя на 3 тысячи, то это уже 30 тысяч рублей, и ваш доход примерно 30 тысяч. Да, вот какая разница, на самом деле, покупать для себя, то не 3 тысячи. И обучать, пожалуйста. И вот, а если один человек купил на 3 тысячи для себя, и 1000 человек купили для себя на 3 тысячи, то это уже товарооборот 3 миллиона рублей. Тут, конечно, доходы высокие, около 100 тысяч, да, примерно. Ну, все грубо, конечно, но тем не менее, примерно 100 тысяч рублей для помощи. Я вот как-то здесь потом, как найти этих тысяч человек, я вам чуть-чуть попозже расскажу. И сейчас мы обсудим, почему же мы выбрали именно эту компанию, а знаем, как есть в качестве компании-партнера. И, во-первых, это, конечно, надежно. Вот компания 48 лет. Я думаю, многие, ну, которые сегодня находятся, говорят, а почему вы так уверены в эту компанию? Я говорю, да потому что ей 48 лет, это уже о чем-то не должно вам говорить, что она вот 48 лет, и никто, ничто, да, никакие там кризисы, ничто не смогло ее сломать, но тем более еще они недавно здесь построили завод, да, в России. То, конечно, они никуда не собираются отсюда уходить, а наоборот, хотят только развиваться. Поэтому я вот уверена, да, в эту компанию, не только потому, что ей столько лет, и еще о ее надежности говорит ее масштаб, что она в 62 странах мира, да, работает, сотрудничает. Товарооборот в год около 2 миллиардов евро, да, огромная сумма. Очень известный и раскрученный бренд. И мне кажется, ну, кто не знает про Арифлейм, то, наверное, вообще ничего не знает, потому что Арифлейм уже у всех местах все знают про Арифлейм. Он безумно раскручен, ну, кто-то вложить, ну, кто-то не рассмотрит, но это в любом случае. Но тем не менее, бренд очень раскручен, и раскручен, там, часть рекламы, конечно, не надо. Товары массового спроса. Там мы там эти лекарства какие-то продаем, не ничего, мы продаем то, что нужно людям всегда. Не продаем, а покупаем для себя, и компания предлагает именно такие товары. Быстрая и удобная доставка. Тоже очень редкий интернет-магазин, наверное, здесь еще и нет вообще, которые могут такой же доставкой, да, похвалиться. На, там, не знаю, в каждом буквально небольшом городке есть своя поисковая доставка, да, есть и сервис обслуживания, где можно получить свой товар, да, рассчитаться там и забрать его. Это вообще здорово, тем более она недорогая, эта доставка. Я получила эту доставку, уже в Нижнем Новгороде, да, как уже говорила, всего лишь 100 рублей. Качественный продукт. Это тоже говорит о том, что, ну, качественный продукт брата шахты не создан. То, что он прямо с завода нам покупает, никаких не может быть поделок, то есть вы можете быть уверены в качестве. Нет никаких финансовых вложений, да, мы ничего не платим, ничего там не приобретаем, может быть, покупаем, просто покупаем для себя, да, там помочь что-то. Официальный доход через банк 15 раз в год. Никак на обычной наемной работе, да, 15 банков, 12 год, 15 лет зарплаты. А тут 1 раз в 3 недели будет получать свой официальный доход. И здорово, что это готовый бизнес под ключ, готовый работать. И вам уже не надо ничего выдумывать, ничего выдумывать, ничего тратить. Там, да, все организованы, логистикой, доставкой, бухгалтерия, все-все-все организовано, вам только нужно работать, да,
Вот. Еще мы чем гордимся. Центр изменения кожи для детей. Центр начал свою работу в 2008 году в Стокгольме. Эксперты центра работают в создании уникальных технологий в области исследований средств ухода за кожей класса люкс. Эти исследования проводятся на клеточном уровне и занимают от 3 до 10 лет. Поэтому, если не эффективный продукт, написано о сокращении морщин на 85% возникнет того защиты, о новых инновационных формах или каких-либо эффектах, это действительно так. Вот. Поэтому да, мы доверяем эту компанию, пользуемся этой продукцией, задаем о компании много, поэтому не понимаем качество. Еще, дальше, почему это тоже для меня вот важно, что бизнес вообще полностью помещается в новые рынки. Ехал я на отдыхать, ехал я к маме или еще куда-то. И не все с тобой. Я вот взяла ты на отдых, да, небольшой, и поехала куда-то хотела. Мой бизнес всегда со мной. Не привязано, да, о чем я уже сейчас говорю. Не привязано к бизнесу. Не важно, может даже там в Испанию поехать на неделю, пожить на одну неделю, на месяц. У вас тоже может это вести в бизнес. Вы сами выбираете, когда вам работать, а когда отдыхать. Это свой график, вы полностью сами все строите. Никого нет, кроме меня, никого информацию о бизнесе. Да, не в идеальном случае, а не в идеальном случае.
ссылками. И чего кто доставал по этому году, выгоды, учиться ставили, и все. Вот согласен, значит, через специальный сайт. Если не согласен, то возможно, придется в следующий раз, да? Конференция на посещение волны. Дальше вернем, регистрируем, да, на специальный сайт, если согласен. Выдаем все необходимые инструкции. И спонсор вам дал, и вы даете новичку, обучаем новичков, помогаем во всем. Не бросаем их ни в коем случае, да. Выявляем среди них ключевых партнеров, потому что не каждый будет работать в команде, и каждый сможет, да. Вот поэтому выявляем ключевых партнеров, да, на каждый тех, кто активен, кто будет активен, и создаем большую-большую команду, большую, крепкую, дружную команду. Дальше. Второе правило. Это обучаемся и обучаем. Ну, во-первых, нужно, конечно, обучаться книгу. Это каждый день семинарного. И по какому времени все. То есть это обучение выкручивают. В 11, 5 и 7 презентации делится. В 11 обычно идут новички, которые обучаются радио. А в 5 часов в Москве уже проводят там директора, золотые директора, бригадные директора, которые интересно, можно, да, послушать, и нужно слушать. Три часа вебинара по продукту. Если вы хотите быть действительно профессионалом, то должны быть профессионалом на всем. И по продукту тоже, чтобы знать ответ на любой вопрос. Шесть часов вебинара это уже перекрутим. Потому что перекрутим, это наша главная команда. Дальше. Команда обучения еще один, да? Это уже будет ваша команда, когда она будет работать. Дальше. Рассмотрим записи вебинаров на YouTube. Там тоже вообще записи полно случаев. Поэтому обучайте. Обязательно читайте будущее на курс. Посещайте мероприятия, возможности, да, от компании. Чтобы не только онлайн, но и офлайн сидеть, да, всех своих партнеров. Кушаем и повторяем спорт. Будьте профессионалами, простите профессионала. Если вы сами будете профессионалом, да, в любом вопросе, если вы читаете, есть вебинары, которые можете смотреть, посещаете, все делаете как надо, то и вы делаете такие команды, такие же, сильные, которые все хотят, все надо. Вот. Дальше. Еще одно правило – это покупать в своем интернет-магазине. Это всегда дайте товарооборот. Вот это каждый, который приходит в команду, строит свой бизнес, делает свой личный товарооборот. Да, становится понятно, что очень неправильно, нелогично ходить там с конкурентами и соединениями. Если кто-то стал машиной, не будет выплатить нам даже 20% скидки, не говоря уж там ни о какой зарплате. Поэтому я пошла сюда, уже не бренд-лого, на косметику не платил, шампунь не платил, покупаю только у себя. Сказать в магазине, мне не будет нравиться. Продукты, какая у нас классная, качественная и доступная, да, я бы сказала, что я выбрала все, что хотела бы терапевтить. Вот. Для меня это тоже с вами, так как она маленькая печень, она мне тоже не дадила больше не дает, я бы смогла все действия. Дальше. Доходы. Да, какие же доходы до директорского названия? Давайте посмотрим. Уровень 3%. Самый первый уровень. Дальше это надо было набрать 200 групповых бонусов. Это всего лишь 150. Товарооборот группы где-то 6 тысяч рублей. Квалификация консультант. Доход, ну, небольшой, где-то 150 рублей. Количество активных партнеров и больше. Можно выйти прямо в первый каталог. Там сказать, да, сколько-то, и ваш ключевой партнер скажет. Все, выйдет на 100%. В следующий месяц можно выйти сразу на 6. Это 450 баллов групповых. Это товарооборот групповой 12 тысяч рублей, плюс 15 тысяч рублей. Да, доходы 5500 рублей. Количество 7 партнеров 4. Тогда делаем акцент на активных партнеров, да, не на групповом товарообороте, а именно на количество активных партнеров. Если вы хотите 10 партнеров, это 6 ключевых партнеров, 15% это 10 ключевых партнеров, 15% 20 ключевых партнеров, доходы уже, да, по-моему, 6-8 тысяч доход,
наши деньги по курбросу. Потом, этот класс, конечно, да, уже 20 человек. И тут уже тоже большие, да, зарплаты доходы. Вещи, которые уже ИП открывают на этом уровне. ИП тоже попозже поговорим. Вот. Но, конечно, самые хорошие доходы начинаются с директора. Вот мы открыли квалификацию директора, набрали 7,5 тысяч бонус баллов и на товарооборот где-то 325 тысяч. И вот тут уже у вас доходы будут 35 тысяч рублей плюс премия, да, $1000. И 70 тысяч по программе да, турборост для автомобиля 70 тысяч рублей. Старший директор, это один директор первой семьи, плюс 3 тысячи еще, ну еще одна группа, да, и вы старший директор. Доход от 3 тысяч плюс 1500 долларов премии. Золотой директор, это два директора первой семьи. И доход от 70 тысяч рублей. Старший доход директор – это 3 директора в первой линии, и доход от 60 тысяч рублей. А первый директор – это 4 директора, 100 тысяч рублей. Вариантный директор – это 6 директоров в первой линии, и доход от 150 тысяч рублей, плюс доход, плюс премия 6 тысяч рублей. Вот. На вариантном уровне сейчас у нас спонсор как раз находится, они в плане зелеными. Они храняются, да, и стремимся тоже к этим уровням никак не меньше, да, если пошли сюда работать, так все высокие цели, как минимум вариантный директор. Как минимум. А лучше еще больше. Вот, если все харифлейм, обязательно ее посмотрите, прям все подробненько, каждую стеночку, каждый уровень. Какой доход вас устроит, да, вот вы прямо и выбираете его, останавливаетесь. Да, Свет, это вся шикарная история, у меня сегодня все свои родные. Приятно рассказывать. Вот. Дальше. Вот. Смотрите, вот обязательно поставьте себе цель. Прямо пиши и поставьте себе цель, кем вы хотите ставить. Я себе поставила, как только пришла, квалификацию золотого исполнительного директора. Вот для чего хочу. Там доходы уже такие приличные. Если их не делать, то все будет устраивать. Поэтому буду стремиться к этому уровню. Вы тоже обязательно стремитесь. Так, цели, планируйте, все получится. Дальше. Как оплачивать доход? Только через расчетный счет индивидуального предпринимателя. Почему? Потому что компания международная, легальная, никаких электронных кошельков и черных зарплат нет. Да? Мы являемся бизнес-партнерами, а не наемными сотрудниками. Может быть, кто-то, да, и там, ну, часто также что-то чует, да, там, не кошелек, да, что-то там, на Hotmoney, там, или прочее. Потому что компания, да, такая широко известная, никаких вот этих вот зарплат нет левых. Все учитывается, да, все платит налог, все вам там на пенсию идет, все капает, да, на пенсию не останете там без денег. Как у нас тут привыкли, да, в России платить 10 тысяч официально и еще 20 конвертов. Ну, это такого, никто вас не обманывает, никто вас не хочет обманывать. Наоборот, все компания хочет, чтобы вы жили хорошо и получали нормальные и доходы и пенсии по вам в будущем, да, без обмана. Также мы платим 6% упрощенной системы налогообложения дохода и около 20 тысяч фонд медицинское страхование. Но на наемной же работе выдаем 15% зарплаты, ну, там различные мелкие налоги. И вы открывать сразу не надо, да, я уже говорила. И, например, университетский уровень, ну, уровень 15% он тоже открывает. Но вообще по желанию, когда захотите, учитывая то, что налоги платить будут. Вот такие справочки каждые 3 недели получают те, кто уже оформил официальный доход, кто оформил расчетный счет в банке, им каждые 3 недели приходят по таким доходам. Вот эта справочка Станикова Надежды, и по открытому ее уже, ну, не смели видеть, но вот эти
Девочка доходит 3 недели. Она работает год, уже старший директор, всего 44 тысячи, и пришла зарплата. Эта справочка у Алены Фанер сделана, да, они 2,5 года работают, и смотрите, как они вообще сумму зарабатывают. Такие вообще на наемном труде можно деньги заработать. 40 тысяч у них был приход, потом через 3 недели еще 163 тысячи. Вот, и вот зарплата, да, это все правда, можете все посмотреть, или на канале YouTube, или на страничках где-то, да, там, ВКонтакте, на классиках. Никто ничего не скрывает, никакой информации, пожалуйста, включайте. Так вот, что же будет у нас в результате? Это свой успешный бизнес, который можно передать на детстве своим деткам. Свободное время, полностью распланированное вами. Нет кого не зависит, нет начальника. И отпуск будет не тогда, когда начальник захочет, когда вы сами этого захотите. Любое время года, да? Берите летом, пожалуйста, летом. Седьмой, пожалуйста, седьмой, да не один раз. Путешествие, да? Путешествие мало того, не бесплатно, да? Компания вам будет их оплачивать, если вы будете хорошо работать. Когда еще будет развивать свой бизнес, успешно, то путешествие тоже компания готова вам оплачивать. Только растите, развивайте. Личный рост, карьерный рост, постоянно растущий доход. Это тоже, да, не может не радовать. Мне тоже это нравится, тоже, когда там книжки почитать, умных людей послушать, да, это тоже, ну, как-то воодушевляет, хочется расти. Пассивный доход в перспективе, это, конечно, вообще. Об этом стоило так и мечтать, что, допустим, вы можете достичь того, директора, и все, он хочет больше работать, да, он хочет отдыхать, зарплата там 150 тысяч, 3 недели вам достаточно, вы больше не хотите строить себе группу. Все, можете просто оставаться лояльными, покупать потребителей, да, и поддерживать ваши группочки, больше не рекрутируя, ничего не делая.
знания компании или партнеров для вашего пути, политеты, конференции за границей, работа в команде с позитивными и успешными людьми. Вообще здорово работать в команде, особенно когда команда у вас такая хорошая, да, когда все друг поддерживают, все там друг друга обсуждают, все делятся. Это тоже очень здорово, не может не радоваться. Интересный стиль жизни. Сами себе выбираете свой стиль жизни, да? Где вам жить, как вам работать, что вам делать, все сами выбираете. Дальше. Так, что вы хотите привести? Это уже мало? Сейчас маленько подумал. Не буду, наверное, уже больше это выступать. Так, что такое? Комната какая-то странная. Перегрузка. Вот, мне тут осталось буквально еще немножко, еще ошибаюсь кому-то. Вот, ладно, чуть-чуть расскажу оставшиеся. Вот, это уже сказала. Если вы новичок, вам нужно познакомиться с отцом и вышестоящим менеджером, попасть в команду скайп-чат, сделать с помощью человека, который вас пригласил, личный номер и активировать его, разместить любой заказ через свой интернет-магазин. Получите и выполните все инструкции, которые вам дал человек, который вас пригласил. Там все подробненько описано. Ежедневно будете на связи с человеком, который вас пригласил, или с своим менеджером. Еще лучше, конечно, позвонить и все обсудить, все вопросы задать менеджеру и работать дальше. Сейчас обязательно обучение, которое проходит ежедневно в 9:11, 12:12, 12:09 по московскому времени, да? Дальше. Несколько простых действий. Размещаем вакансию, даем информацию, как можно зарабатывать в Airflame, регистрируем новичка в команду, даем доступ к обучению, вместе с новичком обучаемся, и он делает то же самое. Доводим этого новичка до дохода от 40 тысяч рублей в месяц и берем следующего, да, выращиваем уже следующего предпринимателя. Вот и все. В принципе, работа простая, лишь бы было бы желание, лишь бы было бы время, да, терпение, усидчивость, чтобы все это было. Подведем итог. В чем же суть бизнеса компании Airflame? Это создать большую организацию потребителей, где каждый будет покупать продукцию только для личного пользования. Да, не нужно продавать, не нужно акцентировать внимание на этом. Просто для себя покупать. Что нужно делать, чтобы бизнес развивался? Рассказывать людям о всех возможностях бизнеса, организовывать поток людей на презентации. Откуда берутся деньги на этом бизнесе? Это процент от созданного товарооборота вашей команды. Будут помогать спонсоры компании. Вот. Как успешно стартовать? Слушать спонсора, делать все по инструкциям, не изобретать никаких велосипедов. Ну и вот такой вот последний, да, слайдик. Это самое тяжелое – это начало. У многих людей замечательная мечта. Вместо того, чтобы действовать, они только рассказывают о ней. Поэтому, ребят, если у вас мечта, то начинайте прямо сейчас, начинайте сегодня, начинайте действовать, делать простые, да, там, шаги, и все у нас обязательно получится.